Теперь мы смотрим STMX, посмотрели. Что там еще? Да оно по каждому там расписано. Ты просто не запомнил, что-то обеспечение такое давало. Я же говорю, я сюда и перешел. Плюсовые закрывай, голову не морозь. У тебя тут даже, я не знаю, по ботам есть сводная ПНЛ за все время? Что-то ты заработал, нет? Нет, давай посмотрим, сейчас вниз опустись, тут обеспечи. Все. Поставленные. Общая текущая маржа 226 долларов. Видишь? Обеспечение ты дал на эту позицию. Считаешь? Вот перед этим сколько было? 130 или сколько? Плюс 226 это уже сколько? 390. И последняя монета осталась сколько там? Сейчас вернемся. Да вот она ж возвращает. Блин, я воздох с такой скоростью. Но у меня, представь, вот сейчас в округе меня 5 мониторов работает. Покажу потом. У меня по нажатию кнопок. Ну, правда, у меня и компы дорогие, очень скоростные. Я же сам инженер промышленной электроники, микропроцессорной техники, разработка мозгов для ботов. Учитель. Да, гребаная. И вот твои еще 160 долларов. Ну, с учетом ты слышишь, общая текущая маржа 550, все правильно. Но если у тебя будет падать, она будет падать, текущая маржа. Оно все изменяется от стоимости. То есть это сумма обеспечений. Ну, как тут еще? Вот почитай внимательно. На самом деле на Binance они, поддержка туповатая, но у них вот это рассказывается, в принципе, все подробно. Когда мы с тобой переходили. То есть, ну, для меня вообще ничего тут непонятного нет. Ну, если честно. Я не знаю, что тебе непонятно. Ну, у тебя цены ликвидации далеко, да? Это плюсовая. Плюсовую сам решай закрывать или будешь закрывать. Ну, смотри, что, если ты хочешь продолжать торговать, ну, торгуешь, не против. Когда у тебя с 500 вот этих долларов ноль останется, это ликвидация. У тебя, ну, ты понял. Ну, да. Судя по логике, да. Но вообще прочитай все-таки про них полностью. Ну, по идее, вот видишь цены ликвидации. Вот если у тебя что-то будет сильно провисать, можешь последить, эти цены будут меняться. Есть цена маркировки. Вот, допустим, цена маркировки. Наверное, есть переход на монету. Так, сейчас, подожди. Так, попробуем. Линк. Мой любимый линк.
есть там, я даю на него сигнал. Блин. Это не мое. Это сейчас подожди. Трейдинг вью перейдем. Сейчас тут кое-что я поднастрою. Я думаю, сейчас тебе кое-что станет понятнее. Итак. Вот так. И вот сейчас, в принципе, тебе должно быть более-менее все понятно. Но сетку ни хрена он не показывает. Так, сейчас таймфрейм поменяю. Блин, столько всего лишнего у тебя здесь. Ладно, это оставим. Ладно, давай, удачи. Давай, на связи.